Привет, мои хорошие, я вас всех очень рада видеть. Меня зовут Лена, и добро пожаловать ко мне в гости на мой канал, который называется Зеленская Handmade. Сегодня у меня будет небольшое видео, в котором я хотела бы вам показать уже готовую, уже законченную, мою великолепную, просто вообще классную, очень-очень-очень красивую игрушечку на елочку от фирмы «Волшебная страна». Сразу хочу сказать, мне ее подарила Дашенька, подарила мне ее на праздник, на наш девичий рукодельный праздник 10 ноября. Даша, еще раз хочу тебе сказать большое спасибо, потому что твой подарок просто потрясающий. Мне очень сильно понравился этот шарик на елочку, это маленькая такая новогодняя игрушечка. Кстати, Даша покупала эту игрушечку на сайте магазина «Мир вышивки». И напоминаю о том, что сейчас на Мире вышивки действует 10% скидочка для первых покупателей. Если вы используете промокод «Зеленская Handmade», у вас будет 10% скидочка. Самое главное, если вы первый покупатель в этом интернет-магазине. Все подробности под этим видео. Вот он, главный пакетик, так сказать, который я увидела первый раз. И в этом пакетике располагалось все-все-все, что было необходимо для вышивки. Здесь нет подарка дороже, чем подарок, сделанный своими руками. «Волшебная страна». Маленькая такая открыточка. Кстати, когда Даша вот покупала тоже такую вот новогоднюю игрушку, только она золотого у нее цвета, у нее, она говорит, в наборе такой открыточки не было. О, как, мне повезло. Ну вот, осталась открыточка и пустой наборчик. Ну, я думаю, попозже я все уберу туда. Вот она, схемка для вышивания, которую я зачеркивала текстовыделителями. У нас, значит, было 3 цвета, количество бисера 1793. Ого-го. Здесь все понятно, никаких проблем у меня не возникло при вышивании. Обязательно. Специально для нас, правда, очень мелким почерком, мне достаточно плохо увидеть. Здесь у нас написано, что входит в набор и рекомендации по вышиванию бисером. Все на русском языке. А вот здесь у нас на украинском языке. Ну, русский и украинский, они достаточно похожи, так что даже если не увидите на русском, можно будет прочесть на украинском. Тоже вариант. Так, что у нас еще было в комплекте? Самое-то главное, что я хотела вам сказать. В комплекте лежало одна иголочка, я уже не помню. Ну, в общем, она у меня сломалась, и вышивала я другой. Потому что иголочки какие-то были, иголочка была такая очень тоненькая, и у нее прям краешек сломался, и все. И вышивать мне уже было, скажем так, нечем. Но, естественно, у меня есть чем вышивать, но если бы нечем у меня было вышивать, тогда бы я не вышила эту работу. А в комплекте лежала ниточка, но я ее так и не стала брать, не стала разматывать, она у меня вот как лежит такая, так, собственно говоря, и лежит. Я почему не стала трогать? Потому что я вышиваю другими нитками, и, по-моему, она у меня титан 200 или титан 100, я всегда покупаю эти нитки, так что я не стала трогать, думаю, ладно, буду вышивать теми ниточками, которые у меня всегда под рукой, которыми я всегда вышиваю. Вышиваю я не так часто бисером, но все равно эти нитки лежат у меня близко. Ну, на всякий случай, вдруг мне захочется повышивать бисером. Так, по поводу бисера. Бисер цвета номер 1, бисер цвет номер 2, бисер цвет номер 3. Изначально, по-моему, номер 1 было достаточно много, по той простой причине, что этот шарик, он в основном вышивается этим цветом. Номер цвета 2 осталось не очень много, но им тоже вышивается не так много. Вот немножечко вышивается здесь с правой стороны, но вы это увидите. А так, белого осталось чуть-чуть побольше, чем второго.
Бисер мне понравился, он такой хорошо откалиброванный, достаточно ровненький, то есть проблем с бисером вообще никаких не было. Нитки были мои, так что вышивается этими нитками, моими нитками, отлично. Бисер очень хорошая иголочка, я потом опять взяла свою, у меня часто ломаются иголочки или гнутся те, которые в комплекте идут. Я как-то купила иголочек и вышиваю ими только вот своими иголочками. В целом отлично, все отлично. И сейчас самое главное, вот, например, у Даши после того, самое главное, это я немножко не то хотела сказать. У Даши, когда она уже закончила, когда делала видео, снимала видео о том, как она завершила уже работу, показывала, сколько бисера. Насколько я помню, она, по-моему, вот сказала то, что можно было бы вышить еще одну игрушку. Я думаю, наверное, я бы не смогла вышить еще одну игрушку. Хотя можно было бы... А где такую основу возьмешь деревянную? Так что не вышишь, скорее всего, такую игрушку. Ну, мне кажется, то, что бисера немало осталось, это очень хорошо. Так как бисер еще остался, осталось его немало. Это значит то, что производитель положил побольше бисера. Вдруг что-то растеряешь, вдруг поломается бисер. Ну, все, что хочешь, может случиться, и у вас всегда будет какой-то небольшой запас. Это очень-очень здорово. И теперь я вам показываю вам мою завершенную красоту, мою елочную игрушку, мой елочный шарик от фирмы «Волшебная страна». Первая моя работа, которую я вышивала на такой основе, в основном я вышивала на пластиковой основе. Те мои игрушечки, которые у меня, жар-птицы я вышивала, они на пластиковой конве, чуть-чуть по-другому вышиваются. Мне понравилась пластиковая канва, очень понравилась. Вот так эта игрушечка выглядит сзади. Надо только стоить, ну, надо теперь ленточку сюда привязать, и можно будет вешать на елку. Мне очень понравилось вышивать эту работу. Я, конечно, поначалу, как всегда, не могла привыкнуть. Но вообще на пластиковой конве это одна вышивка, то есть один процесс. А вот на такой основе совсем другая. Она очень толстая, эта основа. Я уже, когда завершала эту работу, я же изначально, когда вышивала, у меня был маленький такой кусочек фетра. Я вот здесь его прикреплю, и с другой стороны, так я крепила на свой великолепный станок, на свой станок Босс, и нормально вышивала. Уже в конце я стала вышивать на руках, я эту основу держала. Мои руки, они привыкли. Я вообще на руках не очень люблю вышивать, вы, наверное, уже знаете, потому что я неоднократно это говорю, но сейчас я вышивала на руках, и, блин, мне было абсолютно нормально, абсолютно беспроблемно. Очень-очень интересная вышивка на деревянной основе. Вот сам процесс вышивания именно на деревянной основе. Очень здорово. Мне нравится. Мне очень-очень нравится результат. Мне нравится так, как вообще, как все получилось. Вообще, у «Волшебной страны» я и, по-моему, когда я показывала видеообзор игрушки, я вроде в то видео вставляла. У них вообще очень много игрушек, и не только вот кругленьких. Вообще цветов там много разных. Там еще и, по-моему, как капельки есть. Ну, очень-очень много у них красоты. Я вот когда смотрела, последний раз была на «Мире вышивки», смотрела у данного производителя наборчики для вышивания, я бы купила все, потому что глаз вообще не оторвать от этой красоты. Но я рада то, что у меня есть хотя бы одна красота, которую я закончила. Это набор был и начат, и закончен осенью 2018 года. Тоже еще один маленький процессик, завершенный, и готовая работа завершенная, готовый аксессуар для елочки, завершенный в мою вышивальную коллекцию. Мне нравится. А я вот представляю, как ее на елку повесишь, потом всякие там эти гирляндочки повесишь, они будут сверкать, мигать, она будет так переливаться. Ой, посмотрите, давайте я вам покажу. Смотрите, видите, она прям даже вот так вот переливается. Очень здорово. Оп. На ней свет очень играет.
Хороший набор. Я ставлю 5 с плюсом этому набору. Комплектация хорошая. Еще большой плюс то, что в комплектацию положили открыточку. Тоже такая мелочь, а приятно. Бисер. Бисер удачный. То есть каких-то там неровных бисеринок нет. Я даже такого не видела. Ну, единственное, что я говорю, с иголочками там. Но... И я не знаю, как вот в одно сложение или в два сложения надо пришивать бисеринки. Но мне вот когда смотришь на эти ниточки, мне почему-то кажется, что их бы не хватило для вышивки этой игрушки. Ну, не знаю, что я очень сомневаюсь. Я вообще вышиваю в две нитки, то есть я вставляю нитку, потом делаю узелочек и вышиваю. Но я так всегда вышиваю. Одной ниткой я вообще никогда не вышивала. Может быть, именно поэтому мне бы и не хватило этой ниткой. Ну, это уже другие все разговоры. У меня все закончено, у меня все готово. Такая вот красота теперь будет на моей елочке в этот Новый год. Еще раз большое спасибо Даше за подарок. Это классно. Это просто классный подарок. Я вас всех была очень рада видеть на своем канале. Спасибо, что зашли. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, заходите, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, в Одноклассники, в Инстаграме. Там много свежего, много интересненького. Всем не болеть, хорошего настроения, любви и хорошей погоды, чтобы у вас был, может быть, немного снега, но хоть немножечко был снежок и было солнышко. И вообще, чтобы все-все вас в жизни радовало. Всех люблю, всех целую. До встречи на моем канале чуть-чуть попозже в других моих видео. Всем пока-пока.